Красноярск ждут морозные выходные. Уже сегодня ночью столбики термометров опустятся до минус 21 градуса. Завтра днем будет минус 13. В воскресенье погода существенно не изменится. Днем до минус 14. В течение следующей недели морозы будут только крепчать. В ночь на понедельник температура опустится до минус 21 градуса. Днем до минус 16. Со вторника станет еще холоднее. Ночью минус 24, днем минус 17. А в среду ночью столбики термометров опустятся до 25 градусов мороза. За днем будет минус 18. Небольшой снег ожидается только в среду. За городом будет еще холоднее. Среднесуточная температура ниже среднемноголетних значений будет на 8-10 градусов ниже нормы. То есть холоднее обычного. По центральным и южным районам местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят 17-22 в пониженных до 28, в середине недели до 30, а дневные составят порядка 12-17, пониженных до 25. Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду.